Театр, как известно, начинается с вешалки, а вот где он заканчивается? О завершении 228-го сезона, который так и не удалось официально закрыть областному драматическому, пойдет речь в очередном выпуске программы «Экспресс-тема». В гостях у автора и ведущего Павла Прохоренкова побывал заслуженный артист России, художественный руководитель нашей труппы Сергей Казаков. Нам повезло, мы проскочили, не долетели всего 2 дня. Ну, ничего страшного. Все равно снаряд попал туда, куда нужно. Даже боюсь загадывать. Сентябрь у нас вообще на гастроли. Мы и в Саратов должны ехать, и в Ярославль должны ехать на фестиваль. И потом другие гастроли ожидаются. Тоже, надеюсь, возобновятся зарубежные поездки. Сейчас ничего предугадывать нельзя. Все может решиться за 2 часа до спектакля. Ну, конечно же, главной темой стали итоги сезона. Речь шла о каждой премьере в отдельности. В этом году путь каждой из них до сцены был особенно долгим и нервным. Смотрите «Экспресс-тему» сегодня, сразу после первого вечернего выпуска новостей в 17:55.